Привет, друзья! Вы на канале Крипто Даша. Сегодня в моем обзоре будет снова проект Floki Inu. Да-да, я уже делала на него обзор, и сегодня я хочу вам еще раз напомнить о данном проекте. Но сначала напомню, что на своем канале я делаю обзоры на криптопроекты и никогда никого не призываю инвестировать. Я просто делаю обзор, знакомлю вас с проектом, а куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, сразу скажу, что это криптовалюта, принадлежащая сообществу, которое вдохновил Илон Маск. Floki также работает над тремя флагманскими вспомогательными проектами. Floki сочетает в себе полезность и силу сообщества, также стремится войти в десятку лучших криптопроектов и планирует дать старт следующей криптореволюции. И почему-то мне кажется, что у них это очень даже получится. Купить их токен можно на PancakeSwap, Uniswap, Gate, Hotbit, MEX, AOFIX, iBank, ZT и Palanix. Главной функцией и преимуществом данного проекта является то, что здесь можно зарабатывать пассивно, просто удерживая токен Floki в своем кошельке. Еще проект проводит просто очень грандиозную маркетинговую кампанию. Они работают по всему миру, включая такие города, как Лондон, Лос-Анджелес, Майами и множество других городов по всему миру. И это очень круто и впечатляет, так как это говорит о том, что проект серьезный и не жалеет денег на маркетинг. А значит, в будущем, я думаю, просто взорвет все криптопространство. Их рекламные объявления просто заполонили множество городов. У Floki Inu есть большая маркетинговая казна, которая накапливается в маркетинговом кошельке. У них также есть много влиятельных людей и будет агрессивный маркетинг в крупных СМИ, а также розыгрыши подарков. И уже они на многих рекламных счетах в крупнейших городах мира. Также стоит отметить, что они сделали второе по величине пожертвование криптовалюты движение. 1,4 миллиона на миллион садов, которые они собрали всего за 35 минут. Просто проект развивается с огромной скоростью. Также немножко расскажу вам про Valhalla. Что же это такое? Valhalla – это флагманский служебный продукт Floki Inu, который стремится быть первым в криптопространстве, который реализует взаимодействие NFT в цепочке, позволяя игрокам взаимодействовать в метавселенной, которая платит своим пользователям за игру. Valhalla – это метавселенная NFT, которая предназначена для игры и заработка. Помимо вознаграждения за сражение, все, что вы получаете в метавселенной, принадлежит вам и продается по своему усмотрению. Команда, работающая над Valhalla, работает над играми NFT с 2017 года. Возглавляет команду разработчиков из 15 человек и набирает высокопоставленных консультантов с опытом разработки успешных массовых захватывающих игр. Команда Floki Inu никогда не разочаровывается в разработке. Вся подробная информация, конечно же, есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал, пиши комментарии и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!